Здравствуйте, церковь. Я вернулась к Богу примерно полтора года назад. Я не помню. Вот. Бог, в общем, освободил меня от опухоли. Я уже, по-моему, об этом говорила. От какой опухоли? У меня была опухоль матки. В смысле, доброкачественная опухоль? Ну, да. И что произошло? Ну, когда я начала в библейскую школу ходить, то есть я избавилась. То есть я говорю это свидетельство, потому что я не говорила. Я говорила очень плохо. У меня с голосовыми связками было связано тоже. Мне сказали, так, я опухоль при чем с связками? Я ходила, лечила голосовые связки. При Большом театре есть поликлиника. Мне сказали, что, скорее всего, это по-женски какие-то проблемы. И говорит, иди проверься. Я проверилась, обнаружили опухоль, ну, полипы вокруг, она росла. Сказали, что, ну, есть варианты, можешь попить таблетки, конечно, но боли были очень сильные. То есть я думала, что, может, застудилась или что-то. Сказали, ну, в общем, попьешь таблетки, все пройдет. В общем, ну, может быть, рассосется. Если нет, будем делать операцию. И я уже приготовилась к тому, что я буду умирать, потому что мне таблетки эти не помогали, и на операцию, собственно, у меня особо денег не было. Так. Тогда. Вот. И Юлия Яковенко тогда почему-то начала мне названивать, я ее несколько раз посылала, она меня привела, наконец, в церковь. Я сама не заметила, как я библейскую школу закончила. Да. И в конце библейской школы, то есть я уже пела, по-моему, даже ей запись мы с вами пели. Вот, то есть Бог освободил. И откуда, все, знаешь, то есть я не пью таблетки, я даже не, ну, не привязываюсь, потому что все нормально. То есть я себя, хорошо, ну, себя чувствуешь, да, что у меня опухоли, ну, нет? Нет, Бог меня, то есть дал мне работу, которую я хотела, у меня бизнес развивается, слава Богу. Но даже дело не в этом. Да. Я взяла, не в этом дело, потому что я за все это благодарна Богу, это действительно чудеса. И там очень долго рассказывают, что происходило. Ну, те, кто меня знает, знают, что было в моей жизни. Но самое очень здоровское такое, что люди, за которых я молилась в этот пост, они все покаялись. То есть все пришли к Богу. То есть примерно, когда мы взяли... В смысле все? Это сколько человек? Это 4 человека, за которых я конкретно. И они сейчас верующие? Они сейчас верующие. Моя подруга, которая год, она говорила мне, ты ходишь в секту, ты вообще, ну, она говорит, ну, я вижу, как бы так хорошо ты там себя чувствуешь, ну, я пока вот я не готова. Вот она как-то так отмазалась от меня. В этом году она мне звонит, она говорит, у меня огромные проблемы. Наташа, я читаю Библию, я не понимаю, как я раньше ее не читала. Наташа, ты можешь мне ставить... Итак, 4 человека. Итак, 4 человека, вот одна девочка в Новосибирске, она... Просто она говорит, у меня нет здесь куда ходить. Я ей посоветовала нашу церковь, но она пошла в исход, но неважно. Она ходит в церковь, она говорит, и она пишет, Наташа, спасибо тебе, что ты мне когда-то... Она приезжала сюда, буквально за 6 часов, пока она была здесь. Тогда у меня денег не было, чтобы на проезд даже оплатить. Она мне все платила. Рассказывай только мне, как у тебя жизнь. Я ей рассказала, Бог меня от опухоли исцелил, он меня там вот это вот мне сделал, вот это вот это. Год ее я не слышала, не видела, и тут она мне пишет, Наташа, ты не представляешь, что Бог сделал. Я взяла пост, я же сказала про наш пост, я взяла тоже пост, я не ем мясо, правда, не знаю, что такое пост, но все равно я его взяла. За меня там молился пастор. У меня вообще, представляешь, я молилась, чтобы мне Бог дал 100 тысяч в месяц. 4 человека покаялось, да, за которых ты молилась. Да, и вот, вот самое такое, хорошо, свидетельство. Спасибо. Да. Потому что сейчас у нас еще 30 человек сзади. Ну да, просто хотелось, можно? Быстренько? Да, давай, давай еще. Она говорит, я вчера молилась ему и говорю, ну, провозглашаю, счета мои оплачивались, оплачиваются и будут оплачиваться. На что Господь ей сказал, ты меня уже достала своими молитвами, я уже давно все за тебя оплатил. Это она тебе свидетельство. Это она мне свидетельство. Хорошо, спасибо большое. 4 человека, она приняла решение привести к Богу этих, и 4, дай Бог так каждому, друзья, аминь.